Сегодня завершается самый активный этап избирательной кампании 2015 года – сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Большинство инициативных групп заявляет о том, что они прошли положенный рубеж в 100 тысяч подписей. Если подписные листы выдержат проверку в избирательных комиссиях, то претенденты, которых выдвинули эти группы, станут уже кандидатами на пост президента. По последним данным, больше всего подписей собрала инициативная группа Александра Лукашенко – более 1 700 000. Сегодня инициативная группа по выдвижению Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом президента Республики Беларусь подводит итог своей работы. Сегодня мы заявляем о том, что за выдвижение кандидатом президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко подписалось более 1 700 000 граждан страны. Подписные листы, согласно законодательству, переданы в территориальные комиссии. Также инициативная группа отмечает, что во время работы обстановка была открытая и доброжелательная. Если говорить в целом, то законодательство соблюдалось как на местном, так и на республиканском уровне. Хочу поблагодарить за работу всех членов инициативной группы. Также рубеж в 100 тысяч преодолели еще 4 претендента в кандидаты: Сергей Гайдукевич, Виктор Терещенко, Татьяна Короткевич и Дмитрий Улахович.